Друзья, всем привет! И 18 июня в Steam крестные распродажи уже появились карточки на торговой площадке, что говорит о том, что примерно через неделю начнется и сама распродажа. Конечно, стоит отметить тот факт, что карточки появляются на ТП те, которые были выбиты кем-то неделю назад. То есть мы должны понимать, что эти карточки уже доступны, получается, для крафта более чем неделю. Сейчас я вам расскажу, как эти карточки можно фармить. И заодно вновь напомню о том, что позволит максимально сделать дома для вас фарм карт из игр. Фарм карточек — дело несложное. Собирайте все необходимые карточки для того, чтобы скрафтить значок в игре. Нажимайте, соответственно, кнопку «Готово». Создать значок. Создается значок из этих карточек. И сразу же видите, что здесь бонусом вам выдается коллекционная карточка к летней распродаже. И она уже попадает к вам в инвентарь. Также не забываем то, что когда еще стоит продажа, выбивание карточек может также дополниться какими-то другими способами, как на прошлых распродажах. Например, голосование за лучшую игру, либо какие-то другие мини-игры от самого Steam, которые позволят получить как раз-таки эти карточки. Как видите, она у меня лежит в инвентаре, и я смогу запросто ее, получается, продать на торговой площадке. Обмен и продажа этой карточки возможно через 7 дней, то есть карточки были введены числа 11-10. Далее, давайте поговорим о том, что вам может помочь упростить сдачу, так сказать, фарма карточек в Steam. В первую очередь, это темпермарки расширение, но не конкретно оно, а конкретно скрипт на это расширение. И этот скрипт под названием Steam Web Integration позволяет вам как раз таки чекать различные игры на различных сайтах, а именно конкретную информацию о том, есть ли у вас эта игра в Steam, есть ли на эту игру карточки, можно ли эту игру дарить, ну и тому подобную информацию. Сейчас я установлю это расширение, и вы увидите, как это работает. Через, например, ссылки, которые были прикреплены на Пикабу каким-то человеком в одном из постов. Как видите, здесь сразу же написано, есть ли у вас эта игра или нет. Сразу же написано, есть ли у этой игры карточки. Ну и различные другие информативные мелочи по этой игре. Ну и получается, не забываем то, что есть как раз таки у нас различные форумы и группы по обмену карточек. Такие как Reddit, различные обсуждения внутри Steam, Reddit GG, ну и тому подобное. Также есть у нас сайт для покупки и продажи карточек, называется steamlevelup.com. Там, получается, можно и продавать карточки, можно и докупать карточки необходимые вам. Тем самым, получается, этот сайт упрощает вам задачу для фарма карточек. В принципе, это было очевидно, да? Также не забываем о сайте Steam Card Exchange. На данном сайте собирается различная информация по карточкам Steam. К тому же, там есть поиск удобный по различным картам из игр. И заодно можно на этом сайте продавать карточки свои, либо же покупать у сайта какие-то карточки, которые у него на данный момент имеются. Также есть сайт для трейда 1 к 1 с вашими дубликатами. Называется Steam Trade Matcher. Ну и, соответственно, не забываем, получается, про фарм карточек. Он идет с помощью приложения Archie. Понять о том, как это все скачивается, работает, можно легко, зайдя на GitHub, на их страничку, в раздел Wiki, выбрав русский язык, и начинайте с установки. Там вся информация о том, как это все работает, как вам все это правильно установить и с чего начинать, расписано. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, и до скорых встреч!